What about me? Hey everyone, Safe Locked here on behalf of the league team. We have a lot to cover today, including our plans for preseason, challenges, and game modes. But first, let's talk about the state of the game. Oh God! Overall, we're pretty happy with the state of league this season. If we're being completely honest, we don't think our champions have overloaded kits overall. Okay. Давайте-ка я вам кое-что покажу. And so it's stuff like, oh god. What is that? This way, whether you like mechanical skill expression, point and click simplicity, or something in between, there's a new champion that interests you. For example, with Vex, we wanted to create a champion that was fairly easy to pick up, and we're happy to see she's hitting that mark. Okay, давайте посмотрим один клипчик. I'm gonna alt in, I'm gonna fear, I'm gonna everfrost. Согласен. Простой. Давайте посмотрим на планы. Все же, предсезон как-никак. For this year's preseason, we're sprucing things up with improvements to our existing systems, like items, runes, and the elemental rift. Let's start with our plans for items. While some champions and classes have lots of build options, we've still got others that don't feel like they've got a mythic or legendary that really speaks to them. So we're going to be adding some new items and tweaking some others. This will include two new mythic items. The first one is a support tank item, perfect for champions that want to get aggressive and charge into the middle of a fight. When you immobilize an enemy champion, all nearby enemies will take increased damage from your team for a short period of time. Где же я это видел? Где же? Никак не могу вспомнить. Где же? А если серьезно? Представим Леон, как и было здесь показано, с этим предметом. Мало того, что Леоне нужно просто попасть станом и фокусить АДК, мидера, саппорта, так теперь после грамотной Ешки или ульты всем будет носиться больше урона. Всем, абсолютно всем. Чисто предположим, гипотетически, да? У нас есть этот мифик. Пусть будет там написано, что вноситься будет как смазка пустоты, 10%. В течение, там, не знаю, 3 секунд. Пофиг вообще. 2 секунды, 3, там, не знаю, 5. Потом у нас появится маска. Скорее всего, пассивки тоже не будут стакаться. Потому что это два разных предмета. Скорее всего. Опять же, предположим, что они не стакаются. Это еще 10% дается. Итак, у нас уже есть где-то примерно от 15 до 20%. Приблизительно. Входящего урона с контроля. По всем. Представили, да? А теперь представьте какую-нибудь массовую ульту. Например, Диану. А почему бы и нет? Да? Под Леону-то залететь вообще классно. Или, предположим, Ясу. Или на крайняк Йоны. Взял, влетел, стянул всех. Как пока они все обездвижены или застанены. А че нет? Ну или на крайний случай давайте подумаем об АДК. Конечно, АДК 200 лет у нас кто? Правильно, Офелий. С своим огнеметом. 200 лет возвращаются, получается? Да без проблем. Окей, это я только подумал о Леоне. Потому что она здесь указывается. А что насчет Наутилуса? У него ульта работает тоже по-ублюдски. Нажимаешь в какой-нибудь дальнего саппорта, который стоит за всеми, он всех подбросит, пока ульта не достигнет своей цели. Или пассивка. Это тоже обездвиживание считается, ему просто нужно ударить тебя. Что насчет Пайка, например? Да, мифик у него будет хуже, чем, например, коготь, которого берут, да? Но это как пример. А что, например, Рейл? Стан массовый идет у него. Ульта тоже притягивание, это работает как контроль. Правушку молчу, это в лед. Конечно, вряд ли ты сможешь троих за раз подбросить, но все же. Маукай, почему нет?
Да даже если взять и в лес, посмотрим, в лесу, Амуму, когда у него сейчас два бинта. Угу. Рамус, Карл. Ладно. Как сказал мне один человек умный. Don't worry about it. Second new mythic item is built for mages, who are looking for a little more survivability. It grants damage reduction that lingers for a few seconds after you get hit. And while the protection holds, you'll also get ability haste. I think it'll be particularly good for longer range mages. We need a mythic that helps them survive. Они уже ничего больше нету, кроме там, не знаю, Джонни, например. Ладно. Чистый язык теории, то что никто не может выжить. Дальнобойным магам нужна защита. Окей. Чисто гипотетически, опять же. Предположим, Вейгара с 800 АП, он расфижен. Ты на Казиксе, на Ренгаре тоже расфижен, там, не знаю. У тебя там АД по 300, по 400. Просто предположим. Единственный, кто у них вносит урон, это Вейгар. Тебе нужно его убить. Его никто не будет прикрывать в этом. Да? У него нет клетки. У него нет Джонни. И вообще он хлипкий. Но у него есть этот мифик. Сейчас будет замес 5 на 5, тебе нужно его вырезать, иначе твоя команда проиграет файт, и вам, скорее всего, снесут какую-нибудь линию. Вопрос, успеешь ли ты за несколько вот этих секунд от 4 до 10 секунд, потому что к нему сразу же прибегут тиммейты. Итак, его можно сбить, этот мифик. Окей, но тебе нужно переждать несколько секунд, а он уже знает, что ты здесь. У него 800 АП. Я тебя сожрю, блядь! В данном случае я не говорю, что это мифик какой-то дисбалансный или что-то прям имба какая-то, нет. Ты действительно неплохой мифик, но его нужно корректировать. С учетом того, что пока он действует, он тебе дает ускорение умений. Собери Вейгара, где у него будет перезарядка в 80%, и давай посмотрим. Быстро ты выйдешь из клетки или будешь сидеть в ней вечно? Ладно, давайте дальше. But we also want you to have plenty of options, which is why we're improving legendaries for mages, assassins, and tanks. Ну короче, это долго. В двух словах. Вспомнили старые предметы, подправили новые предметы, так что вообще похуё. Finally, let's talk about our biggest addition this preseason. Dragons. So this preseason, we're adding two more. Up first is the Hextech Dragon. When your team defeats it, you'll all gain additional ability haste and attack speed. When this dragon takes over the rift, it creates Hextech gates that can transport you to set locations across the map. The second dragon joining the party is Hextech's darker sibling, the Kentech. А почему мне черный? Ладно, шутка не смешная и расистская. When you slay it, your team will deal increased damage when your HP is low, letting you turn around those close team fights. This dragon's soul provides a second chance at life. Well, sort of. When you die, you'll enter a zombie state, where you can still cast abilities and continue fighting when you'd normally be looking at a gray screen. Ой, да в пизду. То есть вы серьезно? У меня будет после смерти секунд 5, наверное, может быть даже чуть меньше. Со всеми способностями, включая ульту и предметами, которые я могу юзать. Ой, блядь. Ладно, испытание вкратце. У тебя появятся новые способы показать свои достижения в этой игре. Я ведь прав, Барак Пробама? That's right. Следующий идет рассказ про режимы, но тут... Маленький спойлер, хочешь вернуть старый режим? Итак, что насчет скинов? Ну, они есть у меня. В данном случае у нас 20 кодов, два из которых вы сейчас увидите. Один будет на Триндамира, второй на Зайру. Остальные 9, а точнее 18, потому что выдали 10 кодов на каждый скин. Я разыграю 14 числа. Условия простые, как с Ренгаром, но с небольшим дополнением. Все как обычно, нужно писать любой комментарий, дальше свой ник, чтобы я сразу с тобой связался. И, например, если ты не хочешь скин на Триндамира, то пишешь так: скин на Зайру. Либо хочу скин на Зайру. Если же наоборот, все, то пишешь скин на Триндамира. Хочу скин на Триндамира. Если же, например, тебе без разницы, какой скин, то это можешь не писать. Но, если скинов на Зайру уже, например, нету, остались только на Триндамира, но тут надо смириться со своей судьбой. И играть на одноруком бандите. Ну ты понял, да? Один из главных моментов. Не надо дублировать по 10 тысяч раз свои комменты. Это бесполезно. И если я вижу одного человека, который написал 3 коммента, я учитываю только один его комментарий. Не больше. И ответы тоже не работают на этот комментарий. Я их просто просчитываю, я их не учитываю. А разыгрываться это будет 14 числа, примерно с 4 до 6 по МСК. В это время желательно вам быть онлайн. Именно
Я не говорю прям, чтобы ты сидел вот так постоянно F5 нажимал на комментарии и думал, о, сейчас он мне напишет, он мне сейчас напишет, он на меня сейчас напишет. Нет. Это суть к тому, чтобы все было быстро. Так как скины до 15 числа, до 10 по МСК, нужно, чтобы все они были активированы. Не хочу потом перед райтами вот так выглядеть. Умоляю, не надо! Не губи, пожалуйста! Да я просто не накопил на нормальные скинчики! Я исправлюсь! Нет!